В устье улицы Марата, ранее именуемой Преображенской, на пересечении с подъездным переулком, в окружении скверов построен новый респектабельный комплекс апартаментов для жизни – наследие на Марата. Предлагаемый апартамент является одним из двух в доме, имеющих открытую большую террасу. В данном случае правильно прямоугольной формы, площадью 36 квадратных метров. Планировка внутреннего пространства включает в себя две комнаты 15 и 10,5 квадратных метров, два полноценных санузла и просторную кухню-гостиную 17,7 квадратных метров. Высота потолков 3 метра. В апартаменте выполнена вся необходимая инженерная подготовка для отделочных работ и подключения системы управления климатом. В доме всего 116 апартаментов, подземный паркинг, спуск, который осуществляется на лифте. На первом этаже готовится к открытию стильный ресторан и салон красоты. Звоните, договоримся о встрече и просмотре этого уникального апартамента.